Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Донали, и мой Фьорд, шоколадный дружок! Как вы знаете, видео об обновлении я уже выпустила, и там я обещала, что вслед за ним я выпущу видео о покупке Фьорда. Надо сказать, это был очень долгий мыслительный процесс, потому что на самом деле мне все Фьорды на данный момент показались очень милыми, и каждый по-своему. Но все-таки обмозговав это дело, пока монтировала предыдущий видос, я решила, что я хочу взять вот этого милого, просто супер няшного фьордика, который стоит в Урпинта и доступен с первого уровня. Точно такая же ситуация в прошлый раз произошла со мной, когда я думала, какого самого первого тракининскую лошадь брать. Я выбрала тоже ту, которая стояла в Урпинта. Дамы, извините, но мне придется, скажем так, вас немножечко подвинуть. Потому что я же должна насладиться животиночкой. Да, смотрите, вот у него тоже полосочки есть, как и на сером фьорде. Только смотрите, тут у него еще белые пятнышки. Он чувствуется, что он... Как та лошадь, которую раньше наши предки рисовали на стенах пещер. Единственное, что меня смущает в этих лошадях, так это их жутко пластмассовая грива. Но в остальном это просто супер милые лошадки. Если честно, я только что задумалась. Фьордская лошадь. Почему же они мне так напоминают лошадей Пржевальского? Это же не может быть одно и то же? Насколько я помню, нет. Но сейчас не об этом. Значит, да что такое? Ну, затаите. Смотрите на эту мордашку. Знаете, сейчас-то... Ой, господи, не обслюняй мне всю камеру. Ты какой хорошенький телкастичек. Знаете, он мне чем-то еще напоминает олененка Рудольфа. Из мультика. Одного из... Ну, сложно сказать, я не помню какого года. Такая широкая мордочка, я прям вообще... Я люблю курносых и широкомордых лошадок. А главное, чтобы они были массивненькие такие. Ну, стройные, элегантные лошади, это не про меня. Вот, ну, в общем, как бы тебя назвать? Дружок у меня уже есть, повторений я не хочу. Хотя у меня вроде есть какое-то повторение, но ладно. Значит, давайте его покупать. У меня хватает тоска. Жалко, что все-таки он такой дорогой по сравнению с тем, что я ожидала. Я же ожидала, что он будет стоить 700 с чем-то тоска, но нет, 850. Все-таки и... Ну, все-таки как-то так. Нажимаем. Значит... Ой, какой же ты хорошенький. Ну, какой-то... Ушки какие. Так о чем я? Да, я хотела сказать, как раз пока я имя выбираю, буду говорить вам. Сейчас в Star Stable Online наступило очень классное время, когда лошади идут, скажем так, новых версий. Потому что до этого были все лошади такие, вот как началки. Они все были как началки, потом появились андалузы, фризы, арабы. Вот, началась другая эпоха, но она продлилась недолго, потом переделали, начали лошадей выпускать как квадрохорсов. Да, ты меня так смотришь. Вот. И потом уже начали... Кто же потом появился-то? Я не помню, кто появился потом, но потом опять началась следующая эпоха лошадей. В Star Stable это вот мустанги появились, фризы, порядок не помню, извините, англичане, это вот тоже, да, уже следующая эпоха, следующие модельки появились. И сейчас, 2017-18 год, наверное, больше 18, надо сказать, что 18 год это то время Star Stable, когда опять появились... Появилась новая эпоха, эра лошадей Star Stable. И уже очень много лошадей вошли в эту эпоху. Так, дружочек, ну не знаю, ты такой ласковый, тут есть такое... Тут есть имя ласковый? Трактора разъехались, вечно мешает кто-нибудь. Классный, ну ты не классный, ты ласковый. Ле-ле-ле-ло.
Нала вообще ничего нет. Ты ловкий, летучий, летняя, львиная, любимая, любовная. Не-не-не. Медный. Не, медный вид, вихрь у меня раб есть. Млечный, могучий, молниеносный он в ожидании. Машинный, небесный есть. Облачный, оловянный, опаловый, синий тоже есть. Очаровательный, очаровательный. Кто ты будешь... Богатырь, ну, очаровательный богатырь. Нет. Нет. Вишня, волшебник, ворон, восход. Восход у меня тоже уже есть. Давай, Даша, ты же не растянешь все это на полчаса? Лошади тут встают. Капля, карамель, клевер, комета, копыта. Ну, вообще, очаровательный герой. Под Нэн подходит мальчик, мачо. Вот, мачо. Не-не-не. Мечтатель, молния, монтания, мята, надежда, нежность. Все это у меня уже есть. Орел. Орел у меня уже тоже есть. Как сложно. Павлин, перо, песня, печенье. Не, ну если бы ты была бы девочкой, ну то и у меня мальчик. Я же вижу, ты мальчик. Ты такой носятый мальчик. Пират, нет, слишком ты хорошенький. Пламя, победа, победитель. Поцелуй, прах. Кто-то придумал. Какой прах, птичка, птица, пуля. Рассвет тоже есть у меня. Рыцарь есть тоже. Сердце, сказка, все очаровательный. Знаете что? Пожалуй, очаровательный герой. Потому что я на него смотрю, он меня напоминает почему-то ослика, а ослик это у меня ассоциация с осликом из Шрека. Так что давайте он будет очаровательный герой. Найти, берем и покупаем! Ей! Поздравляем с новой лошадью! Ну, читать я это не буду, мы уже все знаем, что твоя новая лошадь красивая лошадь переводится в твою домашнюю конюшню. И удачи тебе с твоей новой лошадкой! Ей! Я опять бомжик! И опять тракторы едут под окном! Господи, вот почему такой восторг? Я понимаю, что тратить деньги любят все, и это всегда приятно, кроме каких-то супер ненормальных этих людей, которые жутко скупые. Но это реально ненормально, когда реально жутко скупые. Но это так классно, это такой восторг, когда ты покупаешь новую лошадку, опять ее качать, да нет! Ладно. Я соберусь с силами, я ее прокачаю. Не сразу, но в этой жизни я ее прокачаю. Ой, сколько у меня еще лошадей недокачанных стоит. Ой, ладно. Значит, я вроде бы специально даже освободила место в конюшне, переставила лошадок, чтобы она была на виду. Вроде бы. Но я могу ошибаться. Ну, вообще, мне важно, сейчас мы уже заходим, мы должны ее найти. Найти ее на... А, я ее вижу. Господи, меня прям не могу, у меня щеки сейчас уже болеть будут, они уже болят, горят, уже все на них яичницу жарить можно. Ой, ты, господи, ну что ты за чудо, ну что ты за лапочка, очаровательный герой. Вот, давай мы тебя погладим. Ой, нет. Ну, видимо, у разрабов стоит какая-то конкретная дата, когда они исправят вот этот момент с ласками для лошади. Ой, все свои уздечки я убрала из своего рюкзака. Поэтому придется сразу на него садиться. Нет, не хочу. Я не хочу. У меня бзик. Я не хочу сразу садиться на лошади. Я их беру за повод. И вот пока не надо выходить из конюшни, я их веду везде за повод. Так что, шоколадный дружок, прости, мы тебя немножко тут разденем. Ой, у меня аж это сопельки полились. Извините. Так, давай.
Да, еще у меня теперь такая штука происходит в Star Stable, что я теперь вообще копыта не снимаю. Подковы. Я не снимаю с лошадей подковы. Вот ты ж. Ну-ка, да. Не хочет выходить. Я не снимаю с лошадей подковы. То есть вот у меня все качественные, которые у меня были, там плюс 3 характеристики, плюс 1, я их всех куда-то одела по лошадям. По голым, скажем так, на которых подков нету. А с новых лошадей я нулевые подковы не снимаю, я скоростные на них не одеваю. Вот такой вот у меня сейчас бзик. Не знаю, нормально или нет, но как бы в чемпионатах я не участвую, зачем мне это? Так, давайте мы что-нибудь на него подберем. Что-нибудь хорошенькое, красивенькое. С какой стороны на тебя посмотреть? Мне лучше с этой. Так, дружок, чтобы не тебя... Тут комплекты все сплошняком и рядом. Но комплект я на тебя одевать, наверное, не буду, потому что они тут слишком яркие. Слушай, смотрите, как подпруга на нем выглядит-то. И седла такие массивные, или думаю, у меня вот такое приближение здесь идет. У меня есть какие-то пустые седла? Ну, есть, допустим. Ну, вот эту уздечку. Так, давайте вольтрапик. Вольтрапик. Вот этот вольтрапик. Или нет? Вот этот вольтрапик все-таки. И. И давайте вот это седло. Не знаю почему, но я хочу именно так. Бантики. Кстати, как у тебя бантики? Ну, покажись. Подними голову, я тебя прошу. Почему они все начинают есть, когда нужно посмотреть на их голову? Я, конечно, бантики обычно не одеваю на лошадей, но вот иногда только если вот очень прям хочется, но на нем они выглядят очень мило. Так, сидельную сумку, ну, тоже посмотрим для приличия, как она на нем сидит, смотрится. Вот. Ну, нормально. Так, нагавочки. Нагавочки. Какие бы на тебя? Вот эти, наверное. Да, наверное, вот эти оставлю. Так, а меня во что? Вопрос дня, во что одеть меня? Ну, давайте вот... Нет. Где... Я никогда не запомню, где у меня что лежит. Я помню, что все лежит здесь, в шкафу, но в каком порядке, где именно и какого цвета. А все это каждый раз раскладывать. Это вообще. Ну, да. Помню, какой-то был, какая-то рубашечка была. Или я ее уже пролистала где-то, как всегда. Нет, наверное, сейчас не найду. Вот эту можно было. Давайте вот это так. И где-то у меня лучше штаны были. Вот мне 10 вкладок было вообще замечательно. Зачем разрабы добавили еще штук 5 вкладок? Так, ну что, давайте возьмем его под узду. Давай, пойдем. Пойдем, мой хороший, будем тебя пробовать. И, кстати, да, мы должны будем еще скататься по Пинто, ферму Стива, и посмотреть, какие прически, потому что нам разработчики сказали, что на фьордов будет можно применять 8 стрижек. Я не помню, на всех лошадях можно 8 стрижек? Нет, не на всех, вообще не на всех. На фьорду что-то только можно будет 8 стрижек. Так, мы выходим из конюшни. Мы выходим из конюшни, у него истерика, потому что я еще никакие видосы не смотрела. Я даже когда обзор смотрела на обновление, я не видела, не всматривалась в алюры. Так, ну что, давай пошагаем. Мне вообще, я в шоке. Мне нравится. Так, пока что все хорошо. Стоять. Бам-бам-бам. Ребята. Я только что заметила, у меня Джастин в Морланде стоит.
Хотя он же светился у меня в видео. Спасибо за 50 подписчиков. Он, получается, стоит теперь в двух местах. И в Морланде, и около цирка. Странно. Так, значит, да, шагаем, шаг хороший, рысь. Писк, писк, душевный писк. Просто, какой ты классный. Какой ты классный, какой ты классный. Так, сколько у тебя получается сила? 12. О, господи, кто это? Что это? Это был человек. Слушайте, ну рысь. Я прям вот... как мне нравится рысь. Вообще вот вкусненько, прям слюнки текут. Так, манежный. Пожалуйста, если у этой лошади все аллюры будут нормальные, я буду еще больше вещать. Давай. Что-то все подлагивает, правда. Слушайте, мне нравится. Ну, правда, пока я подлагиваю, я не могу все детали рассмотреть. Но мне пока что все очень нравится. Особенно, как у него хвостик виляет. Слушайте, вообще такой пусечка. Мне и старый эффект нравится, и новый эффект нравится. Мне вообще все нравится. Ну, почти. Так, давайте галопик. То ли у меня так подлагивает, то ли с галопиком у него как-то не очень. Да, у него не очень с галопиком. Жалко, я на него надеялась, что он будет идеален во всем. Идеальных лошадей не бывает, о чем я? Так, ладно, давай еще быстрее. Ну вот это более-менее. Но у меня так все лагает, я не понимаю почему. Давай еще быстрее. Сейчас вообще улетим в текстуры. Но вот так вот, когда он несется на полной скорости, мне очень даже нравится. И главное, такой спокойный взгляд. Не, вот так мне нравится. А вот этот галоп у него не очень. Знаете, как будто марионетка ножками перебирает. То есть манежный, нормальный, рысь вообще... А вот с галопиком у него проблемы. Вот я такие ножки вот в таком движении видела только у марионеток. Ну, у лошадок-марионеток. Был у меня с ними опыт. Ну, а так вообще, ребят, вот нравится, берите, не пожалеете. Особенно в клубы, такие как наш, если в которых не требуется какая-то определенная лошадь. Нет, подождите. Не-не-не, вы к моим словам прислушиваетесь, но пока что я не проверила, как он прыгает. Пожалуйста, не расстраивай меня еще и в прыжках. Вау. Вау. Просто мне нравится. Так, ну так, нормально, хорошо, я бы сказала. Что ж так лагает-то? Если видео будет не лагать, то вы везунчик. Потому что вот у меня сейчас на экране все тормозит. Так, а вот на галопе... Ну, давайте через что-нибудь перепрыгнем. Ну да, конечно, перепрыгнули. Так, значит, мы выявили... Я думаю, что у него проблема только с галопом и с прыжком на этом галопе. Ну, хотя... Не, вот сейчас нормально прыгнули. Так, причесочки, дамы и господа. Да, к нему можно применить 8 причесок. Ну, как и раньше, собственно. То есть сейчас одна на нем и еще... Три дополнительные. Ага. Ну, знаете, так нормально. Чёлк. У него чёлка не меняется. Вообще не меняется. На старой версии я бы эту стрижку никогда не сделала. Она мне вообще не нравится. А на этом, наверное, сделаю. Ой, вот эти сердечки, ну, не знаю... Но пока что я не буду ничего делать, я подумаю. Не-н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 е. Вот вообще запрет на зону. Шишечки, ну нет, тоже не хочу. Ну, нет, они не так на нем смотрятся. Нет, это не толстятик. Пузатик, таким пузатиком выглядит с этой стрижкой.
Широкая морда. Так, а это? Вот знаете, вот что-то есть. Что-то вот такое мелькнуло в моей душе. И что-то как-то шоколада захотелось, наверное. Да, это прям захотелось шоколада. Ну, в общем, вот это однозначно нет. Ну, не знаю, вот только если на бежевом. Потому что вот эти полоски мне не нравятся. Вообще, как будто, знаете, забыли дораскрасить. В общем, я вот на новых мне нравится, как выглядят их новые стрижки, причем абсолютно все. Но вот, да, они выглядят хорошо, но вот это ощущение пластика вместо гривы, я прям не могу. Сколько литров лака на него вылили, я прям не знаю. В общем, ой, я ж сейчас это голос начну терять. В общем, я очень рада покупке этого фьорда. Думаю, ближайшие занятия в моем клубе по выездке я буду посещать именно на нем. Надо собраться силами, начать его качать. О, поймали момент. Сейчас как раз сделаем фотографию для обложечки для видео. Тыбиц. Давай. Видите, как подвисает? Может быть, это из-за обновления? В общем, спасибо, что были с нами. Спасибо вам большое, что посмотрели это видео. Ставьте лавки. Лавки, все. Я вас лайки. Ставьте лайки. У меня уже язык заворачивается. Два видео подряд снимать-то. Нажимайте на колокольчик, чтобы не забывать. Все. Простите, ребят, меня. У меня просто эмоции. Мне еще на работу ехать через 2 часа. Я вообще, как я все успею. Да, через меня еще прыгают. Ой, нажимайте на колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе моих видео. Не забывайте чистить своих лошадок и угощать их морковкой. И также не забывайте перед просмотром моих видео заваривать себе чаечек или кофеечек. С вами была я, любящая вас Донали, и мой новый фьорд по имени... Я пока не запомнила, как тебя зовут, очаровательный герой. И с вами был очаровательный герой. Кстати, да, свеча... Очень мило. Всем пока.